Есть определенный плюс в том, что я посетил 90 площадок за последние 90 дней. Он заключается в том, что, в принципе, по строению, по расположению домов, поблизости дороги, каких-то инфраструктурных объектов, я уже могу предсказывать с довольно высокой точностью, где будет находиться ближайшая площадка. И если некоторым нужно там что-то ходить, искать, смотреть на карту, то мне просто достаточно взглянуть вокруг и двигаться в правильном направлении. И сегодня я как раз подтвердил свою догадку, найдя небольшую, буквально вот очень маленькую площадочку, состоящую только из турничков и брусьев. Во дворе дома на Ленинградке, ссылка на эту площадку в описании, хотя, скорее всего, она будет интересна только тем, кто живет где-то неподалеку, потому что здесь больше ничего нет, а вот вечером выйти позаниматься во двор, была бы у меня такая площадочка, хотя бы, была бы совсем другая история. Мы в турбо, либо в фристайл блоке, я не знаю, когда вы смотрите это видео, и хочу признаться, на момент, когда я записываю его, программа разработана не до конца, то есть базовый блок мы закончили, наверное, процентов на 90, вот его готовность, то есть буквально осталось шлифовать и шлифовать, чтобы все было идеально и показатели были хорошие, информация вся нужная. Продвинутый блок закончен на процентов, наверное, 70, то есть основа есть, но еще много чего, мне кто-то звонил, еще много чего нужно добавить туда, много информации, возможно, что-то поменять местами, какие-то вещи переделать для того, чтобы он был более эффективный, более информативный. Вот. Но, тем не менее, основа есть, и даже больше половины, больше двух третей сделано. Если мы говорим о турбоблоке, о фристайл-блоке, как он будет называться в будущем, там процентов 50, и даже, наверное, 30. 50 будет после этого запуска, когда у меня уже появилась концепция того, каким я хочу видеть последний блок. То есть идея в том, что это именно такой финальный рывок для тех, кто вот хочет бросить себе вызов. И таким он и был. Если вы посмотрите в прошлом выпуске, то вы увидите, что делали люди. Но, с другой стороны, хочется добавить больше фристайла, хочется добавить сути уличных тренировок, того всего необычного, интересного. С одной стороны, чему вы учились в продвинутом блоке, с другой стороны, то, что составляет суть уличных тренировок. Почему я этим занимаюсь, почему мне нравится этим заниматься, почему мы тренируемся, собираемся в нескучном, что в этом действительно такое. Вот хочется это показать, и чтобы это было нагрузкой, определенной, хорошей такой, финальной нагрузкой. Я думал, вот у меня реально была дилемма, может быть, в этом запуске уже начать представлять какие-то фристайловые вещи, но я в итоге пришел к выводу, пообщавшись с ребятами, что не стоит этого делать, не стоит на ходу пытаться вот менять программу, чтобы подстроить, и чтобы вы в будущих выпусках смотрели это видео и видели уже что-то новое. Нет, лучше потом посижу, продумаю все, уже какие-то идеи в голове есть, их можно было бы реализовывать. Но все-таки решил нет. Решил, в этот раз я буду проходить фристайл-блок в очень странном, смешанном формате. Потому что все равно те, кто будут смотреть его дальше, им нет, вам не будет толку от того, что я буду делать сейчас. То, что вас уже не коснется, правильно? Правильно. Хотя частично я так и буду делать. Но не сегодня. Сегодня у меня день отдыха. И хотя фристайл-блок, он подразумевает, что у вас вот 7 дней прям вызов-вызов. Но для тех, кто хочет себе бросить вызов. Кто не хочет, может делать продвинутые техники и подходы. Кто совсем не хочет, может делать круги. Кто хочет, может объединять. Это уже конец программы. Вы уже должны получить достаточно информации, знаний и навыков для того, чтобы уметь самостоятельно принимать решения и определять, что вам нужно делать. Я сегодня буду отдыхать. Завтра будет тренировка с патриотами, которую я запишу в полном формате специально для вас. А потом останется еще 5 дней, которые я не знаю, чем пока буду заниматься, но что-нибудь придумаю. Вот, тренинг все равно буду так потихонечку, ну, я должен со всеми дойти до конца с вами. Вот, чтобы мы это... Молодцы, мы прошли. Вот. Это если в двух словах, как бы, что я хотел сказать вам. То есть... Предстоит еще много работы, интересной работы над оптимизацией программы. Для меня это очень-очень полезный опыт, когда вот ты проходишь уже программу, после того, как в нее внесено много изменений, но ты все равно видишь глазами участника, что и глазами организатора, естественно, какие еще можно вещи изменить, улучшить, повысить эффективность. И это все очень здорово, потому что мы обязательно все это сделаем, чтобы сделать программу еще лучше. Вот, вот такие вот дела. Можете писать в комментариях под этим видео свои впечатления о продвинутом блоке, о тренировочной составляющей, об инфопостах, может быть, чего-то не хватало, пока еще все свежо в памяти. Обязательно напишите, будет интересно узнать ваше мнение, которое может помочь сделать программу лучше. Ну, а видите, в принципе, по моей одежде, в Москве продолжается вот этот вот расколбас с погодой. Не знаю, как будет в следующие года, но сейчас там минус 10, плюс 5, минус 5,
0, минус 9. Ерунда какая-то творится, реально, несмотря на то, что вот вокруг снег. Вокруг везде снег. Температура сейчас плюсовая, очень тепло, я надеюсь, завтра будет такая же, и мы в удовольствие свое потренируемся. Ну а на сегодня все, это такое вот небольшое видео. Хороших всем тренировок и увидимся завтра. Пока.